Дорогая, дорогая, ты где? Я иду, милый. Что произошло? Ой, слушай, давай нашим детям сделаем сюрприз. Какой? Что ты хочешь сделать? А как вы думаете, дети? Что для детей интересно? А? Я думаю, что какой-нибудь шалаш. Да, или домик на дереве. Да, но деревьев здесь у нас нет деревьев. Где ты видишь здесь деревья? Не точно, нету деревьев. А, есть клумба. Вон она. Ну это же клумба, на ней же не построишь домик, дорогой. Ну хорошо, хорошо. Тогда просто домик построим на земле. А вот на этой твердой земле. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну давай построим. Ну я пойду готовить, а ты давай начинай строить. Хорошо. Но мне понадобится время. Хорошо. Да, давай пока. Карамелька, Карамелька, привет. Привет. Ой, знаете, что я хочу? Да. Я хочу домик какой-нибудь. Угу. А папа вот строит домик. Да? Он строит домик? Да. А где он строит домик? Там. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как он строит домик. Давай. Класс. Хочу, пошли, привет. Пошли. Ой, стройматериалы приехали. Ой, как же тяжело. Кто бы помог мне? Ой, детишки, строительство. Ой, строительство это совершенно не плюшки печь, да. И возле плиты стоять. Это тяжело вообще. У меня там очень много всего. Ой. Ну что, пока мечту строить. Ой. Вот оно, вот оно. Ой, смотри, сколько материала. Ого. Еще папа не построил. Да, еще не построил, а мы думали, что он уже начал строить. Ну да. А ты, Карамелька, сказала, что он уже строит. Ну да. Ну вот. То пойдемте тогда, что, пока поиграем в футбол? Нет. Или в видеоприставку, давайте поиграем в видеоприставку. Я в приставку хочу поиграть. Ну не надо пока. Дети, а вы что любите? Во что играть? Да. Во что вы любите играть? В приставку или в футбол? Или... Ну ладно. В игрушку. Да, в игрушки. Пойдем поиграем в игрушки. Пойдем. Ой, так, значит, это сюда стоим, это сюда. Так, так. Да, это сюда. Так, ага. Значит, вот это сюда. Угу. Это вот сюда. Ой, ой, какие же тяжелые плиты, дети. Ой, ой. Ой. Уже что-то получилось. Ладно, пойду дальше за пиломатериалами. Дорогой, ты... Ого, вот это да! Дорогой, ты где? А, чего, дорогая? Ты где, дорогой? Я тебя не вижу! Я здесь, наверху! А, привет, дорогой! Привет! Ты скоро закончишь? Я смотрю, какая красота у тебя получилась! Ага, скоро закончу, дорогая! Ой! Ты упал, ты не ушибся? Ой, все хорошо, мы же кошки! Мы же падаем на четыре лапы! Ну ты же упал на спину. Нет, тебе показалось, я упал на четыре лапы, вот так. Нет, я видела, ты упал на спину. Ой, спина. Нет, дорогая, тебе показалось вообще, да. Все хорошо у меня. Точно? Тебе не надо вызвать врача? Не надо, я уже скоро закончу. Ну давай, как закончишь, иди кушать. Хорошо. Ой. Да, мне кажется, он упал на спину. А вам, дети, как показалось? Он упал на спину? Вот и я о том же. Ну ладно. Вот и все. Последний стрих. Классно получилось. Ой. На четыре лапы, я все помню. Ну как? А, детишки, как вам этот домик? Ой, сколько там места много. Вот это да. Ой-ой-ой, застрял! Дорогая, помоги! Дорогой, что случилось? Я что-то ушами зацепился. Ушами? Или твоими толстыми щеками? Да нет же, ушами! Ну тебя что, помочь вытащить?
Ну, это, конечно, неловко. Ну да, потяни меня за хвост или за ногу. Ну, давай за ногу. О, дорогая моя любимая, как я рад, что ты у меня есть. Я думал, я там и останусь в этой дырке. Да нет, конечно, дорогой, ты что, мы тебя нашли. Ну что, пойдем звать детей? Пойдем. Сейчас я их позову, а ты будь здесь. Хорошо, я подожду здесь, спрячусь за углом. Давай. Детишки! 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 Вы где? Дети сюда, у нас мама к вам подарок. Что такое, папа, что такое? Какая красота. Какая красота. Вот это да. Это да. Папочка, это ты нам сделал? Да, детишки, это он нам сделал. Папочка, ты тоже здесь? Да, я спряталась. Какая красота, мамулечка. Как мы вас любим, спасибо вам большое. Да, спасибо, спасибо. Мы вас так любим. Я старался, но вам честно нравится? Да. Вот, замечательно. Я так долго его делал, столько всего уструдился, и я так устал, что пойду-ка я, наверное, прилягу. Вы играйте, детишки, хорошо? Хорошо. На самом деле, у меня очень болит спина, потому что я упал на спину. Пойду лечиться, пойду укольчики ставить и таблеточки кушать, как врач мне сказал. Давайте поиграем теперь в этом домике. Мама, можно поиграем? Хорошо, поиграйте, только аккуратно. На крышу не лазите, хорошо? Хорошо. Карамелька? Ты за главную. Проследи, чтобы все было хорошо. Понятно? Ага. Все, Карамелька, ты за старшую. Я пошла. Карамелька, Карамелька, Карамелька. А давай залезем на крышу, давай? Нет, давай. Нельзя, нельзя. Ну почему нельзя? Ну там же так весело, смотри, какая высота. Нет. Давай посмотрим. Вот это высота какая. Да. Я хочу на крышу. Не надо. Ну ладно, как скажешь. Пойдемте внутрь. Давай. Пойдемте. Давай, Карамелька, ты первая. Вот такая вот у нас замечательная семья. Ха. Три кота и одна кошечка. Счастливы вместе. Миу, 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 миу. Всем пока. А кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И не пропускайте новые серии. Ха.